Добрый день, здравствуйте! Вас приветствует Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан в совместном проекте с Всемирным конгрессом татар. Ну и, конечно же, основой любой хореографии, любого танца является музыкальное сопровождение. На сегодняшний день это заслуженный артист Татарстана Фарид Газизов. И он помогает мне во всех моих начинаниях. Прежде чем выпустить тот или иной танцевальный материал, мы, конечно же, обращаемся к этнографам, художникам и также композиторам, которые пишут музыку на определенные танцы. Такие как, например, танец крымских татар. Фарид, сыграй, пожалуйста. А вот вам пример музыки танца уфимских татар. А вот музыка татар, проживающих на территории Нижегородской области. Пожалуйста. Но и у пермских татар также есть своя традиционная мелодия, которую мы используем в своих танцах. Фарид! Ну и, конечно же, наша традиционная шестидольная шабата. Хотелось бы сказать, что бы вы ни использовали в хореографии, как бы это ни было, старайтесь сохранить наше национальное, традиционное танцевальное искусство.